28 июля исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Тверской области, председателю Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартаку Андреевичу Сычеву. Торжественная церемония чествования нашего заслуженного земляка состоялась в столице Верхней Волжи возле мемориального комплекса «Город воинской славы». Даже в свои 100 лет Спартак Андреевич бодр духом, как во времена своей боевой юности. Когда в 1942 году он попал на Калининский фронт, где принимал участие в освобождении столицы Верхневолжья. Далее были тяжелые бои за Ржев, за которые он был награжден медалью за боевые заслуги. Я прошел сложную жизнь, участвовал в Великой Отечественной войне, будучи молодым парнем, начал 18 лет. Участвовал в сражении Ржевско-Вятинского направления, где впервые после оккупации взяли Ржев. Там я получил первую боевую награду в возрасте 19 лет. Спартак Андреевич Сычев участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Праги и во взятии Берлина. С юбилеем Спартака Андреевича поздравил губернатор Игорь Руденя. Вы прошли поистине легендарный путь защитника Отечества. Вышли героем из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Для всех жителей Тверской области и, в первую очередь, для нашей молодежи, вы надежный ориентир в деле честного служения родной стране. Спасибо вам за все, что сделано во имя нашего Отечества. Заслуженный ветеран активно проявляет себя в общественной жизни. В 2009-2010 годах Спартак Сычев активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению городу Твери почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Был членом делегации города Твери на торжественной церемонии вручения этой награды в Кремле. 30 июня 2020 года Спартак Андреевич стал почетным гостем открытия в Тверской области Ржевского мемориала советскому солдату. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Игорь Руденя. В июле 2020 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Спартак Андреевич Сычев удостоен ордена почета. Также он награжден медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина, за освобождение Праги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Орденами Отечественной войны первой и второй степени Красной Звезды. Имеет нагрудный знак губернатора Тверской области за заслуги в развитии Тверской области. Памятный знак губернатора Тверской области за доблестную службу в Тверской области. Почетный знак губернатора Тверской области... Крест святого Михаила Тверского и многие другие награды. Собравшиеся на юбилей сказали много теплых и благодарных слов в его адрес, а он ответил, что все надежды возлагает на будущее поколение, ради которых он, не щадя себя, совершал ратные подвиги. Эх, задастся славный бой.